15 микрорайон. Это школа номер 82. Здесь вот спортивные сооружения, снаряды различные. Сегодня просто буран. Мощный буран, еще и холодно. И вот я на 19 микрорайоне. Вот эта школа номер 82. Замечательно тем, что в советское время здесь существовала молодежная группировка. Можно ее прямо назвать. Называлась моя гвардия. Это 19 микрорайон. Вот на этой территории, на многих этих спортивных снарядах, которые сохранились еще с советских времен, они готовились. Ну и там в спортзале готовились. И потом, в 90-е годы, они пополнили ряды криминала. Сейчас, наверное, уже не существует. Времена было. Причем долго, с конца 70-х годов возникли. 70-х, 90-х они. Время было такое, перестроечное, был рекет и все такое прочее. И эта школа была тоже своего рода кузницей кадров для криминала. Сегодня.